Дождь в феврале и почти плюсовая температура. Последний месяц зимы преподносит сюрпризы. Какая погода ожидается в ближайшие дни и как работает спецтехника по уборке снега? В сюжете подробнее. На очистку города от снега за последние сутки в Павлодаре выехало свыше 170 единиц специализированной техники. Это 35 погрузчиков, 71 самосвал, 47 подметательных и 18 пескоразбрасывающих машин. Больше 160 человек задействовано на уборке прибордюрной части дорог, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Работы продолжаются. Всего за минувшие сутки было вывезено более 3000 тонн снега. А с начала зимнего сезона на полигон по сдерживанию снежных масс вывезено более 300 тысяч тонн снега. Работа по уборке улиц в городе Павлодаре будет продолжена в течение этих дней. В первую очередь обеспечивается уборка улиц по движению общественного транспорта с переходом на второстепенные улицы. Кроме очистки города от снега, работу проводят и на трассах Павлодарской области. За очистку 1588 километров автодорог региона отвечает компания «КазАвтожол». Со вчерашнего дня все дорожные службы переведены в дежурный режим. В настоящее время работы по снегоуборке они продолжаются. В настоящее время задействовано более 50 единиц техники зимней на очистке республиканских дорог. Задействовано человеческих ресурсов более 200 человек. Это у нас в том числе механизаторы, водители, а также дорожные рабочие, которые задействованы на ручных работах. По данным синоптиков, начавшиеся вчера осадки сохранятся еще на протяжении 2-3 дней. Температура воздуха по области ожидается ночью -5, -10, местами до 15 градусов ниже нуля. Днем от -3 до +2, местами до -6. Что ожидается у нас на последующие 3 дня? Также сохранятся умеренные осадки, местами туман, гололед. И 7 числа с усилением ветра местами может отмечаться низовая метель. Усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с погодными условиями в эти дни в целях безопасности специалисты рекомендуют павлодарцам не выезжать за пределы населенных пунктов. Вероника Вишневская, Юрий Белевский, Ертыс Ахпарат.